Он занимал в нашем братстве, в нашем союзе, в нашем движении самые высокие позиции, как национальный епископ церквей Божьих, как член высшего органа правления нашего союза, как человек, который многие годы был членом духовного совета нашего братства. Человек представлял меня здесь, в этой области, Орловской. Мы неоднократно с ним встречались и с предыдущими губернаторами, и с действующим губернатором. Он не получил, может быть, до конца того, о чем он молился. Например, чтобы здание церкви функционировало как нормальное здание церкви. Я вот сейчас сидел на скамеечке, я смотрел этот фильм. Я для себя принял такое решение, чтобы послужить настолько, чтобы в ближайшее время это здание стало собственностью церкви по всем законам, без всяких претензий. Я понимаю, придется вновь общаться с губернатором, и не только. Но я понимаю, что это будет, наверное, наш подарок ему. Он не получил вот этого обетования, он не получил того, что он хотел. Он сделал все для этого. Но вот что-то не срослось. На все воля Божья. Поэтому я для себя лично, для нас вижу, вот восполнить, чтобы это обетование, оно исполнилось. Для меня, как для служителя Божьего, будет большой вызов сегодня. Это сделать так, сделать все, несмотря на все проигранные суды, несмотря ни на что, сделать, чтобы было такое решение, чтобы храм стал служить народу Божьему. Вот на этом я хочу завершить свое слово, и да благословит вас всех Господь.